такой Бог. Меня зовут Оскар. Мне 10 лет. Я умудрился поджечь нашего кота, собаку, да весь дом. Кажется, даже поджарил золотых рыбок. Я пишу тебе в первый раз. Ну, потому что прежде мне было совершенно некуда из-за школы. Сразу предупреждаю. Письменное упражнение, ну, это мне уже. Правда, надо чтобы уж, ну, совсем приперло. Потому что писанина, это разные там взгляды, типа пончики, улыбочки, бантики, ну и еще другое. Писанина это всего лишь развлекательный враг. Словом, взрослые штучки. Могу когда сказать? Взять хоть начало моего письма. Меня зовут Оскар, мне 10 лет. Я умудрился поджечь нашего кота, собаку, весь дом. Кажется, даже поджарил золотых рыбок. И я пишу тебе в первый раз, потому что прежде мне было совершенно некогда из-за школы. Вот я мог с таким же успехом написать так. Меня прозвали личная башка. На вид мне лет 7. Живу я в больнице, потому что у меня рак. Я никогда не обращался к тебе. Ну, не с единым словом. Потому что вообще не верил, что ты существуешь. Вот только напиши так, все вернулось бы скверно. Я пропал бы ко мне, ну, всякий интерес. Ну, а вот надо-то, чтобы ты заинтересовался мною. Меня устроит, если у тебя найдется время, кое в чем помочь. А, я сейчас тебе все распакую. Больница – это классное место. Здесь полно игрушек и розовых тетенек, которые просто ужасно поиграют с детьми. К тому же здесь есть масса других приятелей, вроде Бекона, Эйнштейна или Боккорта. Короче, больница – это кайф. Но если ты приятно больной, а я уже неприятно больной. И после того, как мне сделали пересадку костного мозга, я чувствую, что больше не приятен. Нынче утром, когда доктор Дюшельдор посмотрел меня, я, похоже, разочаровал. Не говоря ни слова, где мне так, то я совершил какую-то ошибку. Ну ведь я старался во время операции. Вел себя благоразумно, дал себя усыпить. Ты же не стонал. Почему я больно? Потому что принимал всякие лекарства. Но на дни мне просто хотелось нарать на него, сказать ему, может быть, это именно он, доктор Дюшельдор, со своими бровищами профукал мою операцию. Но вид у него при всем при этом такой несчастный, что брань застывает у меня в голове. И чем более сдержанно этот доктор Дюшельдор со своим огорченным взглядом ведет себя, тем более виноватым, ну, я себя чувствую. Я понял, что стал скверным больным. Больным, который мешает верить, что медицина – это замечательная штука. Эти врачебные мысли, они, наверное, заразны. И теперь все на нашем этаже – медсестры, практиканты, уборщицы, да все. Да смотрят на меня точно так же, как он. Когда я в хорошем настроении, у них грустная физиономия. Когда я отпускаю шутку, ну, они силятся рассмеяться. Правда, смеются не гораздо громче, чем прежде. Не изменилась только бабушка Роза. Но, по-моему, она слишком стара, чтобы меняться. К тому же, это ведь бабушка Роза. А да, вот, я не собираюсь тебя с ней знакомить. Судя по тому, что именно она посоветовала написать тебе. Но она утверждала, как я. Загвоздка в том, что я один называю бабушкой Розой. Тебе придется однодушиться, что представить, о ком я говорю. Среди всех тетенек в розовых халатах она самая старая. Бабушка Роза, сколько вам лет? Ну, Алеш, ты что, можешь запомнить 13-значное число? Заливаете? Ничего подобного. Раз нельзя, здесь узнали, сколько мне лет. Иначе вылечу отсюда, и мы больше не увидимся. Почему? Я устроился сюда контрабандой. Я сидел и постановлен предельный возраст, а я уже здорово перебрела свой срок. Так вы просрочены? Ага. Как йогурт? Окей, вот они как рыбы. Это было чертовски храбро с ее стороны, да ведь мне свой секрет. Она села в верную ставку. Я буду глух и нем. Хоть и удивительно, что никто ничего не заподозрил. Но у нее столько морщинок, развивающихся вокруг глаз, как солнечные лучики. А в другой раз я узнал еще один ее секрет. И вот тут ты бог. Ну, точно знаешь бабушку Розу. Мы прогуливались в больничном парке, и она увидела ногой в грязь. Вот говно! Бабушка Роза, ты ругаетесь по-черному. Слушай, Грабус, отвали. Я хочу, так и говорю. Ох, бабушка Роза. Мы присели на скамейку, достали леденцы, и вот тут-то я ее спросил. Бабушка Роза, а почему вы так выражаетесь? Ну, Оскар, это профессиональная болезнь. Если бы я использовала только деликатное выражение, то давно бы погорелась со своим ремеслом. А чем вы занимаетесь? Ни за что не поверишь. Клянусь, поверю. Я занималась пальбой. Кетчуп выступал на арене. Не верю, но точно выступал. Но меня даже прозвали душинцы из Лонгдока. С тех пор стало мне впасть в глюмное настроение. Бабушка Роза, убедившись, что нас никто не слышит, рассказывала мне о своих знаменитых схватках. О поединке душителей из Лонгдока против весенской мясорубки. О том, как нам целых 20 лет сражал один великий центр, у которой не груди, а язва. О поединке на Кубок мира против Булы-Улы, по прозвищу Овчатка Финвальда, то никто не мог уложить на лопатки, даже стальная задница. А вот с которой бабушка Роза подала на Владимира, когда занялась такой. Все эти схватки виделись мне как наяву. Я воображал свою приятельницу. Маленькая старушка, прививающимся розовым халатом, сдает пучку и дает контрипор. Мне казалось, что это все происходит со мной. Я становился сильнее, я мстил своим недругам. Ну вот, Бог, если ты все еще по этим приметам не узнал бабушку Розу, то тебе пора сказать стоп и подать в отставку. Мне кажется, я смотрю. Короче, вернуться к своим делам. Но операция их сильно разочаровала. И химиотерапия тоже, но не так сильно, поскольку еще тогда была надежда на пересадку мозга. Теперь мне кажется, что лекарь меня разлюбили. Они даже не знают, что еще предложить. Доктор Дюшельдор, он находит его весьма привлекательным. Я нахожу, что у него с бровями фигур. Так вот, ведь у него такой огорченный, как у Деда Мороза, которому не хватило подарков на всех. Словом, ситуация ухудшилась. Я поговорил обо всем об этом со своим приятелем, Беконом. А на самом деле его зовут не Бекон, а Иван. Ну, мы его так назвали Бекон, поскольку он здорово пригорел. Бекон, мне кажется, что врачи меня совсем разлюбили. Я неплохо действую. Еще чего яичная башка. Врачи просто так не сдадутся. У них запасить кучу денег, чтобы еще что-нибудь с тобой проделать. Я тут почитал, они мне пообещали не менее 6 операций. Наверное, ты вдохновляешь. Ну, надо думать. Ну, почему бы им просто не сказать? Понял, могу. И тут Бекон словно голову. Как и все здесь, в больнице. Если ты здесь скажешь слово «смерть», то это никто не услышит. Будь уверен. Оно улетает в какую-то дыру, потому что они сразу начинают говорить о другом. Я же из всех проверил. Кроме бабушки Розы. Итак, сегодня утром я решил испытать ее. Бабушка Роза, похоже, никто не намерен сообщить мне, что я был. Она посмотрела на меня. А вдруг она отреагирует точно так же, как все. Моля, даже не сказал недолго. Не сдавайся, не глупи. Ну, Оскар, почему ты хочешь, чтобы тебе это кто-либо сказал? Ведь тебе и так известно. Ох, она услышала. Бабушка Роза, мне кажется, что врачи изобрели совсем в больнице. Они ведут себя так, вот сюда ложатся лишь за тем, чтобы выздороветь. Но сюда приходят и умирают. Да, Оскар. Думаю, точно такую же ошибку люди делают по отношению к жизни. А, не забывают, что жизнь она хрупкая, тонкая, эфемерная, и ведут себя так, будто они бессмертны. на операции ничего не вышло? Ведь так, бабушка Роза? Она промолчала. Это был ее способ говорить «да». Убедившись, что я ее понял, она склонилась ко мне и прошептала: «Разумеется, я тебе ничего не говорю. Поклянись». Клянусь. Мы надолго замолчали в связи с томными соображениями. «Оскар!» — внезапно сказала она. «А что здесь надо написать Бог? Ой, бабушка Роза, ну только не вы!» «Что не я? Почему не? Да не вы! Я-то считал, что вы не умеете лгать». «Так я тебе не лгу?» «Да! А зачем вы начали говорить о Боге?» «Хватит! Я уже слышал байку про Деда Мороза. Одного раза достаточно». «Может, между Богом и Дедом Морозом ну, нет ничего общего». «Нет, есть! Это одно и то же. Акционерное общество, запудрение мозгов и компания. Ты воображаешь себе, что я, проведя на арене 30 лет, из 165 боев выиграл 160, из них 43 нокаута, я, душитель Цезаря Лонгдока, могу хоть на секундочку поверить Деду Морозу?» «Нет». «Так вот, я не верю Деду Морозу, я верю в Бога. Когда так говорят, это точно другое дело». «Ну зачем мне ему писать?» «Ну, тебе будет так одиноко». «Так одиноко с кем-то, кого не существует». «Ну сделал так, чтобы он существовал. Ну, прояви упорство, и он действительно станет тебе реальным. И это принесет тебе благо». «Ну а что мне ему писать?» «Посвяти ему свои мысли. Невысказанные мысли антикотианы, печалят тебя, не дают проезд на мысли. Если их не высказывать, то может превратиться на вонючую свалку ненужных мыслей». «Ну, допустим. А, еще раз. Ты можешь загадать ему, ну, что-либо, только одно. Запомни, только одно». «Да бабушка Роза, да он просто слабак, этот ваш Бог. Аладдин с лампой и джином, и то могли их загадать целых три желания». «Ну, а разве не лучше одно желание в день, чем три за всю жизнь?» «Ладно. Значит, я могу попросить у него все, что угодно? Игрушки, конфеты, машины». «Да нет, Оскар. Ты можешь попросить его только о духовных вещах. Например, о храбрости, терпении, просветлении. А, и еще, Оскар, ты можешь подсказать ему, чтобы он кого-либо просветил». «Одно желание в день? Да бабушка Роза, я уж точно приберегу для себя». «Ну вот, Бог, это мое первое письмо к тебе. Я немножко рассказал о своей жизни здесь, в больнице. И меня считают помехой в медицине. И прошу тебя, неси ясность, смогу ли я выздороветь или нет. Ну, да или нет. Но это вроде не сложно. Да или нет. Не нужно просто зачеркнуть. Дага. Целуем. Оскар». «Да, вот. Не знаю по адресу, как мне отправить тебе это письмо». «Дорогой Бог». «Браво! Здорово ты это сделал. Не успел отправить тебе первое письмо, как уже получил ответ. Как это у тебя выходит? Сегодня утром, когда я играл в поле шахматы с Эйнштейном, Боккорта заглянул туда, чтобы предупредить меня». «Здесь твои родители». «Мои родители? Может быть. Они приезжают только по воскресенье». «Я видел их машину. Красный джин с белым верхом». «Так быть не может». Пожав плечами, я уселся к шахматной доске, но никак не мог сосредоточиться, потому что Эйнштейн взял мне пару фигур, и это еще сильнее меня занесло. На самом деле, мы назвали Эйнштейна не потому, что он там умнее других, потому что у него крыла в два раза больше. Сдается мне, что там вода. Жалко, конечно, что это стряслось именно с его мозгом. Эйнштейн мог Тогда он отворит. Увидев, что делает этот развязки, я прекратил игру и последовал в корнер палату, где окна уходили на автостоянку. Он был прав. Это точно гибели мои. Надо тебе признаться, Бог, что наш дом находится отсюда не очень далеко. Я раньше не осознавал этого, когда жил там. Но теперь, когда я там больше не живу, я думал, что это и правда далеко. Но к тому же мои родители могли посещать меня лишь один раз в неделю, по воскресеньям. Ну, потому что по воскресеньям они не работают. Но я в футболе. Ну что, кто прав? И что-то не так, что-то, что я тебя предупредил. Ну, у меня шоколадка с орехами. А что, клубники больше нет? Ну, нет. Ладно. Тогда сгодится и твоя шоколадка. Конечно, я не имел права хранить попкорна, именно потому, что у меня в больнице похудеет. 9 лет, 98 кило, приговорит метр 10 на метр 10. Единственное, что он мог на себя натянуть, это был американский такой полосатый свитер поло. От этих полосок у всех начиналась морская болезнь. Надо тебе признаться, я ему приятнее, не верю в то, что может когда-либо похудеть. Он всегда такой голодный, что нам жалко его, и он отдался ему недоеденный мозг. Не, ну что такого? Маленькая шоколадка по сравнению с его томатным телом. Ну ладно, ну, может быть, делаем это неправильно. Ну и даже сиделки не начинают его слабительную свечку. Короче, когда я вернулся в палатку, рождая своих родителей, я не подозревал, сколько прошло времени. Но спохватившись, я понял, что они могли зайти сюда, ну, уже 20 раз. Кажется, догадываюсь, где они. Я выскользнул в коридор, где меня никто не заметил, спустился по лестнице и полусмерно ковылял до кабинета доктора Дюшельдорфа. Точно, они были там. Я услышал голоса за дверью. В тот момент, когда прибежал, я запыхался, и мне нужно было несколько секунд, и сердце клюкнуло обратно. И вот тут-то все стряслось. Я услышал то, чего не должен был слышать. Мама рыдала, а доктор Дюшельдорф повторял. Вы уже все испробовали. Вы уже все испробовали. Папа говорил севшим голосом. Я в этом верю, доктор. Я в этом верю. В тот момент, когда я повторялся ухом в железной двери, я не сознавал, что было холоднее. Дал, или я сам. Потом доктор Дюшельдор спросил меня, вы хотите навестить его? Мне просто не хватит дух. Ответила моя мать. Он не должен нас видеть в таком состоянии. Должен отец. И вот тут я понял, что мои родители просто трусы. Трусы, которые считают на меня трусом. Потом я услышал шум двигания стульев. Я догадался, что они сейчас окажутся на пороге. И дёрнул первую попавшуюся дверь. Так я оказался в чулане, где люди хранят эту хозяйственную утварь. Там я просидел до утра. Но, как тебе известно, чуланы открываются с внешней стороны, а не с внутренней. Во всяком случае, там, в темноте, было приятнее сидеть. Только тогда я не хотел никого не видеть и не слышать. Потом сверху этажом послышался шум. Двигание стулья. Кто-то как будто причесывал больницу цепью. А потом начались выкрики моего имени. Оскар! Оскар! Было приятно слышать, что тебя зовут и не отвечаешь. Не хотелось надурить весь мир. Потом была заруба. Я думал, они разнесут меня в пух и прах. Но они чуть не хлюпали носами. Я догадался, как воспользоваться этой ситуацией. Хочу видеть бабушку Розу. Оскар, а где ты был? Как ты себя чувствуешь? Хочу видеть бабушку Розу. Оскар, ты за кем-то следил? Ты что-либо слышал? Хочу видеть бабушку Розу. На Оскар, выпей водички. Нет. Хочу видеть бабушку Розу. Ну, хоть глоточек. Да нет! Я хочу видеть бабушку Розу. Громит, скала, бетонная стена. Все их расспросы к чему не привели. Я вообще их не спрашиваю. Что они там говорили? Я просто хотел видеть бабушку Розу. Доктор Дюшельдор, разочарованный тем, что его персонал никак не может повлиять на меня, наконец-то дрогнул. А ну-ка разрешите эту даму! Тут я уже согласился отдохнуть и надолго прилег. Когда я проснулся, бабушка раз была здесь. Она улыбалась. Браво! Эта атака удалась. Здорово это нападал. Но в результате теперь не завидует мне. Кивает. Мозг. Это очень славные люди. Очень славные. Не плевать. У тебя что-то случилось? Доктор Дюссельдорф рассказал моим родителям, что скоро помру. Они удрали, поджав свои хвосты. Ненавижу их. Я все подробно рассказал. Ну, как тебе в этой письме. Протянула она. Знаешь, Оскар, это мне напомнило одну из моих схваток, Митюня, против Сары Кашмяк, которую дышь намазала всяким маслом. Мало того, что она ходила по рингу полуголая, так она еще намазалась в масло. Во время захвата руки просто соскальзывали с нее. Ну и что мы сделали, бабушка Роза? Пока она уходила на арену, мы приятели всыпали ее мукой. Капля с масла — отличная панировка. Два притопа, три прихлопа я уложил ее на ковер. А с тех пор меня назвали не угрём ринга, а панировочной треской. Простите, бабушка Роза, я не вижу здесь никакой связи. А я прекрасно вижу, вот. Всегда и везде можно найти выбор. Даже с этим трюком с купой. Знаешь что, тебе нужно написать Богу. Он все же помощнее, чем я. Даже на арене? Да, Оскар, даже на арене. Давай, малыш, расскажи, что тебя волнует? Ненавижу своих родителей. Просто ненавижу. Когда не видит, как можно сильнее. Бабушка Роза, тогда столько слышит. Да, Оскар, ненавижу, как можно сильнее. Это будет как кость. Когда ты ее прижешь, ты поймешь, что она того просто не стоила. И это принесет тебе благо. Ладно. Но пока что приносит мне благо, это только ваше посещение. Бабушка Роза склонилась ко мне, поцеловать меня. Но тут она остановилась и попросила взгляда на разрешение. Валяйте, бабушка Роза, ну обнимите меня. Я это никому не расскажу, чтобы не портить вашу борцовскую репутацию. Она склонилась ко мне. Меня. Я почувствовал тепло и покалывание. Пахло маслом и плювой. Ну что, бабушка Роза, когда вы еще ко мне придете? Ну, Роза, я могу посещать только 2 раза в неделю. 2 раза в неделю? Это что, 3 долгих дня ждать вас? Ну, бабушка Роза, ну это невозможно. Такое правило, Роза. Так, кто придумал это правило? Доктор Дюшельдорф. Это доктор Дюшельдорф. Это, видите, меня как штаны напрудили. Ну, поговорите с ним, бабушка Роза. Я не шучу. Она посмотрела так нерешительно. Я не шучу, бабушка Роза. Если вы не будете пищать мне каждый день, то я не буду писать Богу. Ладно, поговорим. Она вышла из палаты, и я расплакался. Я просто не осознал, насколько сильно был болен. Я осознал, что мне не хватало надежды. При мысли, что я могу потерять бабушку Розу, я просто расплакался. Я пришел, что она вернулась на скорую. Все, Оскар, я могу прощать тебя каждый день. Меня, никого кроме меня, тебя, никого кроме тебя. 12 дней. Тут я уже не знаю, чем я разобрало. А ведь я знал, что мальчики не должны плакать. Хотя, на этой головой мальчик и девочка. Скорее, не тянет что-то. 13 дней. Все, так уж плохо. Бабушка Роза. Слушай, Оскар, а который сегодня день? Видите его в календаре? Сегодня 19 октября. Знаешь, в Греке есть такая легенда о 12 волшебных днях. Стоит тебе следить за каждым из них, и можно предугадать погоду на следующие 12 месяцев. Это правда? Это легенда, Оскар. Один день равен 10 годам. Один день 10 годам? Что получается? Через 12 дней не будет 130 лет? А, Оскар, думаю, ты понял. Ну вот, Бог. Сегодня утром я родился. Я, конечно, это плохо помню. В обед не исполнилось 5. Ну, это возраст воспоминаний. Правда, не самый лучший. А к вечеру мне уже стукнуло 10. Это возраст сразу. Воспользуюсь этим, чтобы попросить тебя об одной штуке. Если хочешь мне что-то сообщить, сообщай мне это в удобное для меня время. Завтра. Целую. Оскар. Да, Бог, забыл. Я согласен на большую встречу. О мыслях, а не на его. С 8 где-то до 9 часов я свободен. А во все остальное время я сплю. Хотя бывает такое, что могу после лекарства заснуть. Так вот. Короче, застанешь меня в этом состоянии, обещать в колебании, утрат провести с тобой эту минуту. Только Дио ее упустил. Бог. Сегодня я пережила подростковый период. И, между прочим, я один. Вот, история. Со мной произошла масса плохой. С приятелями, с родителями, вообще с девчонками. Уже вечером я как-то не сильно переживаю из-за того, что мне уже 20 лет. Потому что могу сказать себе, все худшее позади. Вот уж, спасибочки тебе за это половое созревание. Я понимаю, что там, ну, один раз можно прожить снова. Или что? Кстати, хочу довести до твоего сведения. Ты не явился. Я почти целую ночь не спал за этих возрастных проблем. Значит, не мог прошлепить другим ходом. К тому же ты прекрасно знал. Если вдруг я сдремну, ты можешь просто растолкать меня. За завтраком бабушка Роза рассказывала мне о своих знаменитых свадьбах. Одна из них была королевская титька. Она в день съедала 3 кило сырого мяса и заливала это бочкой пива. Наверное, вся ее сила была выпить. Соперники просто подходили к ней, она дышала на них, и они штабелями близко на ковер. Бабушке Розе пришлось изобрести иную тактику, чтобы победить ее. Она накинула на себя капюшон, вырезала там дырочки в глаз и назвалась ужасом конвертанта. Как она говорила, чтобы мозговой этаж были мускулы. У нас. А тебе когда-нибудь нравится? Здесь, в больнице? Ну да. Бекон, Эйнштейн, Боккорта. Да нет, из девочек. Тут я прибегал, не хотелось отвечать. Но бабушка Роза ждала. А перед спортсменкой мирового класса долгого мальчика медленно не получится. Пегги Блю. Кто? Да Пегги Блю. Пегги Блю — это голубая девочка. Она живет в последней палате. У нее какая-то замудренная болезнь. Голубое, что-то там, должно попадать в кровь, но она не попадает. Поэтому это такое голубое тело. И собирается делать операцию, чтобы она прозовела. И, по-моему, она и так очень красивая. Но это уже говорила об этом. Да нет, бабушка Роза, представьте, я нарисуюсь перед ней и скажу, Пегги Блю, я тебя люблю. Так вот, Роза, почему ты этого еще не сделал? Ну, бабушка Роза, я даже не знаю, я не вообще знаю о моем существовании. Так вот, да бабушка Роза, увидели мы в голову. И что, нравится инопланетянин? Сомневаюсь. Ну, по-моему, ты и так очень красивый. Чтобы чувствовать, когда видишь ее. Мне хочется защищать от призраков. И что, вот эти призраки? Бабушка Роза, да. Они прилетают сюда каждую ночь. Будет нас, уж не знаю зачем, но это больно. Потому что они щиплются. И страшно, потому что их не видно. Потом целую ночь не можешь заснуть. А к тебе эти призраки часто прилетают? Да нет. Ясно, крепко. А по ночам иногда слышу, как Пегги Блю кричит. И мне прям хочется защищать ее. И скажи, Роза, ну сколько тебе уже лет? Не знаю. А который сейчас час? 10 часов. Тебе уже 15 лет. Тебе не кажется, что уже пора приободриться и рассказать о своих чувствах Пегги? Равно 10:30 я пошел к Пегги Блю в палату. А дверь была уже открыта. Я зашел в палату и сказал: «Ну, Пегги, посмотри на заснеженные фотки, где снег голубой и не белый». Она повернулась ко мне. У меня был такой взгляд, как будто белоснежка, ожидавшая своего принца. Пока эти дуралей и гномы думают, что она померла. И вот, когда она повернулась, задался вопрос: а вот кем она меня представляет? Гномом или принцем? Ну, я думаю, что гномы понимают ее лысые башки. Пегги Блю, если ты, конечно, хочешь, я могу охранять фотку палаты эту ночь, или дай последующее. Она махнула ресницами. Мне создалось такое впечатление, я ходил по воде. Воздух стал воздушнее, тишина тише. Потом наш разговор прижал под кожу. Эй, личная башка! Пегги Блю буду охранять я. Буквально вытянулся в своем ядерном проеме. Точнее, застрял там. Да уж. Теперь что ж, никакому призраку не протиснется. Он делал взгляд на Пегги. Эй, Пегги, разве мы с тобой не друзья? Она посмотрела в потолок. Он воспринял это как за согласие. Взял меня за руку и выбил из палаты. Эй, личная башка. Пегги Блю буду охранять я. Хочешь девчонку, иди мне с Андреем. С Пегги Блю уже все схвачено. Это по какому-то праву? А по тому праву, что уж дольше в больнице, чем ты. Не устраивает, будем драться. На самом деле это меня вполне устраивает. Я подустал и пошел в комнату для игр. Сандрина была жутко. Мы прозвали вегетарианкой, с ней это черного парика. У нее дикемия, как у меня. Из длинных черных волос, которые спускаются ей прямо к плечу. Из-за чего? Которая придает исходство с китаянами. Она взяла и надула пузырь при мне. А если хочешь, можешь поцеловать меня. Зачем? Тебе что, жвачки недостаточно? Ой, он вот, даже на это не способен. А думаю, ты ни разу в жизни этого не делал. Я смешила. В свои 15 лет, я тебе уверяю, я уже 1000 раз это делал. А тебе 15 лет? Ну да. Я всегда мечтала поцеловаться с 15-летним. Ну, да, это заманчиво. Она сделала такую невозможную гримасу, выпятила губу, будто ванну. И тут я понял. Она жаждет поцелуя. Оборачиваюсь, вижу, уже толпа собралась поглазеть на это. Ну я же мужчина. Подхожу к ней, целую. Она берет и руки мне за спину скручивает. Не выкрутится. Да еще и все мокрое. А потом берет, без всякого предупреждения, сбахивает на свою жвачку. От удивления я просто глотаю. И тут я рассверепел. Потом кто-то на плечо положил мне руку. Да уж, беда никогда не переходит до дна. Такие были мои родители. Оскар познакомился со своей подружкой. Она мне не подружка! Ну все же, познакомилась. Сандрина, мои родители. Сандрина. Очень приятно. Как пел китаянка, ты бы взял и задушил меня. Оскар, может ты хочешь, чтобы Сандрина пошла с нами? Нет. Сандрина останется здесь. Мы пошли в палату. Я подустал и заснул. Проснулся, уже вижу, они поднаскали ни разу попадали. А с тех пор, как я застрял в этой больнице, им трудно со мной общаться, поэтому дальше ни разу не попадали. Папа так вообще. Чемпион мира по испорченному воскресенью. Хлеб у него не кормит, он просто набрасывается на инструкции. ученик, будь то турецком, хоть то японском, там пользуется. Ну, в этот раз они мне подарили CD-плеер. Я уже не мог приверить чуть, даже если хотелось. А вы вчера сюда не приезжали? Да нет, Оскар, ты же знаешь, мы можем только по воскресенье. Чего ты это вообще взял? Просто кто-то видел вашу машину. Ну да, разве на всем белом свете существует лишь один красный джип? Ага, в отличие от родителей. А жаль. Ты взял и 2 раза прослушал все гунчик. Я прям пригвоздил их к месту. Они пытались что-то сказать, у них не получалось. А потом они наконец-то меня спросили. Тебе нравится? Да. Правда, так тянет ко сну. Они догадались, что было уже пора уходить. Начали собираться. Тут она развернулась, подошла ко мне и сказала: мой любимый Оскар, я тебя так люблю, так люблю. Я хотел выбраться. Но в последний момент понял, что не надо. Я вспомнил эти времена, когда фраза «Я люблю тебя, Оскар» была настолько повседневной. Потом они ушли, и я заснул. Бабушка Роза, наверное, чемпион по провождению. Мне всегда наготовит до улыбки. Ну что, Оскар, как твои родители? Результат 0. А вот зато они мне подарили CD-плеер со щелкунчиком. С щелкунчиком? У меня была такая приятельница Дарина. Она могла своими лятками крутить кому-нибудь шею. А как у тебя спели? Не, ну бабушка Роза, ну не поминайте мне об этом. Она не ест попкорн. Пап, ты что, он тебе так сказал? Да нет, он. Добивает. Нет, бабушка Роза, я не уверен. Вот он больше, чем я, ты помощнее, наверное. И говорю, что заливает. Взять, например, у меня. Я маленькая стружка, хотя на рейде побеждала таких бегемотик гопотам. А взять, например, у сетевого спека, Ирландка. У нее были такой пресс, прям ухватиться не было за что. Такие мускулы, как две мои головы. Ну, что вы сделали, бабушка Роза? Если не за что крутиться, значит, это что-то круглое. Я ее довела до 7-го года, и она шлепнулась посредине аллеи. Потом пришлось ее поднимать ребенка и так вот Оскар. Ты, может, и не ел биштекса, но у тебя есть то, чего нет у него. Обаяние. Да не, бабушка Роза, я устал, не понял. Ну, ну сколько тебе уже лет? Тебе уже 17 лет. В этом возрасте ну, люди просто не устают. Бабушка Роза знала, как приподрить меня. Вечером я пошел в палату к Пегги. Сказал ей: ну вот, Пегги, послушай вальс «Снежинок». А когда я его слушаю, я вспоминаю о тебе. Она взяла мне плеер. У нее было такое лицо, как будто таинственная подруга не шепнет ей что-то на ухо. Потом она протянула мне руку и сказала: красиво. Это было ее первое слово. Правда же? Декорил. Пегги Блю, я не хочу, чтобы тебе делали операцию. По-моему, ты так очень красиво. Оскар, я хочу, чтобы именно ты охранял вход в мою палату. Только я был страшно горд за себя. Обещаю тебе, Пегги, я тебя не подведу. Оскар, поцелуй меня. Вот эти девчонки. Ну и что им не мётся? Целоваться. Но Пегги Блю, она не такая испорченная, как Сандрина. Она поставила мне щечку. Мне было приятно целовать. Пока, Пегги. Пока, Оскар. Ну вот, мам. Я понимаю, что в подростковой жизни мало чего приятного. Но все же. Это свадьба Пегги Оскар. Хотя свадьба не относится к духовным вещам. Тогда пусть. Скажи мне сразу, сможешь ли ты это сделать иным? Потому что, не хочу тебе напоминать, но времени у меня мало. Да. Целую. Оскар. Да, Бог, а еще же, Какой у тебя адрес? Замятно. Я жена. Сегодня 21 декабря. Я двигаюсь к 30-летию. И я жена. А насчет детей, ну, вместо Дюплю решил, что там в будущем будет видно. Да, по-моему, она еще не готова. Все произошло ночью Около часу до меня донесся стон Пегги. Я прям подскочил к кровати. Призраки! И Дюплю терзают призраки. Я-то еще обещал ее охранять. Теперь она уж точно поймет, что я урод, и не скажет мне ни слова. И будет права. Я поднялся и пошел на крик. Добравшись до палаты Пегги, она сидела на кровати и смотрела на меня с таким удивлением. Должно быть, я тоже на нее смотрел с таким же удивлением, потому что рот у нее был закрыт, а крики не прекращались. Итак, я подобрался к следующей двери и понял, что это станет Бекон, издевающийся в постели зажег. На мгновение у меня возникли муки совести. Я вспомнил тот день, когда проворонил пожар. В доме занялось пламя. Досталось и коту, и собаке, даже поджарили золотые рыбы. Хотя, по-моему, в результате они просто сварили. Я представляю, что пришлось пережить. Эти воспоминания, мучительные ожоги, Бекон. Несмотря на то, что мне не помогают ни разные мази, ни пересадка кожи. Потом Бекон свернулся в клубок и перестал стонать. А я вернулся к Пегги. Так это не ты стонешь, Пегги? А я всегда считал, что ты кричишь по ночам. А мне казалось, что это ты. А мы больше не начинали эту тему. Так решили, что каждый в течение долгого времени думал о другом. Дюплю стала еще более голубой. Это означало, что она смущена. А что ты делаешь, Оскар? А ты, Пегги? С ума сойти. Но столько общего. Одни и те же мысли. Одни и те же вопросы. Хочешь, оставь здесь, со мной. Девчонки, это нечто. У меня подобная фраза днями. Недель, даже месяцами не давилась в меня. Она сказала, так легко, так естественно. Ну ладно. Я легче к ней в постель. Было тесновато, но я провел самую замечательную ночь в моей жизни. Люблю пахло орехами. Нет, какая-то... Странно, какие духи. У нее еще была такая гладкая кожа, как у меня, с тыльной стороны руки. Мне везде. Мы спали, мечтали, рассказывали о своей жизни. Но утром пришла старшая медсестра. Начал свою оперу. Потом пришла еще ночная медсестра, и они обе начали на нас кричать. Сначала на Пегги, потом на меня, обзывались несчастными малышами. Хотя в тот момент мы были вполне счастливы. Наконец бабушке Розе удалось прокатить этот концерт. Вы отстаньте от их детей или нет? Вы кому служите? Вы сами дали режиму. Да мне плевать на вас режим, я выше этого. А теперь замолчали, пошли в другое место. Читайте своими языками. Здесь вам не базар. Возражение не последовало, как всегда, когда бабушка Роза вмешивается в дело. Потом она взяла меня за руку и повела в палатку. Там я заснул, но проснувшись, мы с ней серьезно поговорили. Итак, может. У тебя с Пегги все серьезно? Железно, бабушка Роза. Просто супер. Я счастлив. Мы даже этой ночью успели пожениться. Как? Пожениться? Ну да. Сделали все, что положено мужчине и женщине после свадьбы. Вот. Бабушка Роза, за кого вы меня принимаете? Мне... мне уже 20 лет. Я строю свою судьбу так, как я и вижу. Ну, конечно, Оскар. тем более прежде в юности, не казалось отвратительным эти разные поцелуйчики и все остальные нервности. Так вот, теперь я вполне ушел в вопрос. Правда, смешно, как все меняется. Вот, просто восхищаюсь. Ты здорово продвинулся. Мы с Пегги Блю делали лишь одну штуку. И целовались, касаясь языка. Пегги Блю думала, что от этого можно заиметь детей. Но вы что думаете? Бабушка Роза. Думаю, она права. Как? Это что, у нас с Андреем будут дети? Да нет, вот, успокойся. Но это все же маловероятно. Скорее всего, вообще невозможно. Бабушка Роза говорила уверенно. Ну, Бог, я доверяю все тебе. И только тебе. Мы с Пегги Блю, ну раз, ну два. Ну ладно, больше соприкоснулись, если так. Потом мы с бабушкой Розой позавтракали. Я почувствовал прилив энергии. С ума сойти, бабушка Роза. С утра был таким уставшим. Ну, такое бывает просто. Люди от 20 до 25 ведут разгульный образ жизни. Им плевать на свое здоровье. А ведь за это надо платить. Пошли лучше навестим Бога. Да ну. У вас есть его адрес? Нет. Думаю, мы найдем его в часовне. Бабушка Роза одела мне на северный полюс. А твоя статуя стоит в самой глубине больничного парка. Хотя, зачем я тебе это все говорил? Ну что, это твоя статуя. Наконец я увидел, как ты выглядишь. Почти голый, тощий, на лбу кровь из-за шипов, везде кровь. А еще голова совсем повисла. И тут я задумался о себе, ну, а если бы я был Богом, ну, я просто бы не допустил бы с собой такое. Бабушка Роза, ну, а если серьезно, вы спортсменка мирового класса, разве вы действительно верите в это? Ну да уж, а что? Ты доверял бы, если у него были рельефные мускулы, лосистая кожа, короткая стрижка и кокетные плавки. Ну, думай чего. Кто для тебя важнее? Бог, который ничего не страдал? Или страдающий Бог? Не, ну, конечно, страдающий бабушка Роза. Не, ну, если бы я был Богом, ну, я просто бы избежал страданий. Понимаешь, Роза? Никто не может избежать страданий. Ни ты, ни я. Не твои родители, и даже не Бог. Ну ладно, согласен. Но зачем вообще страдать? Страдание, страдание вроде. А вот иди сюда, Бог. Что он чувствует? Ему вроде и не больно, вот Оскар. Нужно различать два вида страдания. Физическое и моральное. Физическое и моральное. Физическое – это испытание, а моральное страдание – это выбор. Не понимаю, но если тебе многие запястья вбивают гвозди, тебе не остается ничего иного, как терпеть эту боль. Напротив, при мысли о смерти, ну ты не должен ее испытывать. Ты не знаешь, что такое смерть. Таким образом, зависит от тебя. Люди, они сами по себе, ну, лишены воображения. Они вцепляют свою оболочку, больше будущего. И взять, к примеру, село Сапикан, Ирландия. Весит 150 кило, и это на ща. Она говорила мне так. О, прости, но я не собираюсь умирать. Я на это не подписывалась. Вот Оскар. И тут она ошибалась. Все пытались ее убедить, что жизнь, она имеет конец. Брюнетка не слушала. Она кричала, психовала и в конце концов ушла из борьбы. Больше она похудела. Теперь она весит вроде 65 кило. Крылья скелет. И от этого она умерла. Вот Оскар. Понимаешь, люди боятся неведомого. Хотя, что по себе это неведомое? Я хочу, чтобы именно ты, если вдруг тебя настигнет неведомое, пробуждался ее веру. Хорошо, бабушка Роза. Мы вернулись в палатку, и я заснул. Проснувшись, я ей сказал: бабушка Роза, на самом деле я не боюсь ничего неведомого. Я боюсь потерять тех, кто мне действительно дорог. Я прав, Оскар. Может, нам позвать Пегги к чаю? Мы позвали Пегги к чаю, бабушка Роза с ней хорошо поладила. Мы хохотали от одной истории бабушки Розы. Там история была про трех сестер Жикли. Это три сестры, подававшие себя за одну. Пока одна сестра была на арене, то две другие были в туалетных кабинках. Пока первая доводила соперницу до изнеможения, она убегала в туалет под предлогом, что ей нужно описать. Заходила туда, но там уже другой соперник, Жикли. И уже нового совсем повода Жикли убегал на арену. Бабушке Розе удалось раскусить эту тайну. Она запрягла двух сестер Жикли в кабинках для туалета и выкинула ключи в окно. Ну что, третий? Третья оставалась закончить бой. Хитрая эта штука. Да и борьба, в общем. Потом бабушка Роза уехала. За нами начала надзирать старшая медсестра в комнате. Она смотрела на нас так, будто мы петарды, которые должны вот-вот взорваться. Да черт возьми, мне уже 30 лет! Я пообещал, что не буду распускать свою жизнь, если мне Дюплю придет. Ну вот, Бак, даже не знаю, что еще попросить тебя. Я не буду завтра опираться. Пожалуйста, ну пусть она придет успешно. До завтра. Целую. Оскар. Все они такие желания. Ну, кроме того, помоги, пожалуйста, Пегги. Я только на тебя рассчитываю. В сущности, я никак не могла присоединиться к нему в ночью, потому что дежурная мадам Дюплю, это медсестра, давалась палате, чтобы подготовить к ее анестезии. Я увидел, как при Дюплю можно носить. У меня жало сердце при виде того, как ее промышленно катала. Она была такая маленькая, худая, что можно было едва разлучить ее под изумрудной зелеными простынями. Бабушка Роза держала меня за руку, чтобы я не волновался. Бабушка Роза, ну почему твой Бог допускает такое, чтобы люди страдали от этих болезней? Счастье, он создал вас, малыш Оскар. Без вас жизнь была бы не такой прекрасной. Да нет, бабушка Роза, ну вы не понимаете. Почему Бог допускает, чтобы люди болели? Потому что злой или у него просто не хватает сил. Мозг. Болезнь, она как смерть. Это данность. Это не наказание. Сразу видно, что вы никогда не болеете, бабушка Роза. Да что ты вообще об этом знаешь, Оскар? Я заткнулся. Я не представить не мог, что бабушка Роза всегда такая внимательная, готовая помочь, может иметь свои собственные проблемы. Не надо скрывать от меня всю суть, что сделала бабушка Роза. Мне, по крайней мере, уже 32 года. У меня рак, а жена на операции. Я знаю, что такое жизнь. Может, я люблю тебя. И вас тоже, бабушка Роза. Но если у вас есть проблемы, скажите, ну чем я могу помочь? Хотите, я усыновлю вас? Усыновишь меня? Ну да. Я же усыновил Бернарда, когда он захандрил. Какого Бернарда? А Бернард это мой медвежонок. Там, в кафу, на полке. Это мой старый медвежонок. У него уже нет ни глаз, ни рта. Набивка наполовину вылетела. Да везде скрылись и складки. Я усыновил в тот день, когда мои полки родители привезли мне нового медвежонка. Наверное, не думали, что должно привести мне восторг. Наверное, они хотели и меня сменить, пока меня дома не было. Вот такой. Я установил в тот день и завещал ему все, что Ну что я изголодался, пойду усну. Вот такой. Я разбудила бабушка Роза, сказав, что с Пегги Блю все хорошо, операция прошла успешно. Над изголовьем сидели ее родители. Вот тут я уже, правда, не знаю, кто их предупредил, то ли сама бабушка Роза, то ли Пегги. Они вели себя так, вот уже давно знакомы со мной, вели себя как-то уважительно ко мне, посадили меня между собой, и мы все втроем начали наблюдать за моей женой. Я, мой тесть и моя теща. Я был рад, что Пегги Блю не поменял свой цвет. А потом пришел доктор Дюшельдор, нахмурил свою бровь и сказал, что цвет должен поменяться в течение 12 часов. Потом я посмотрел на мать Пегги. Она хоть не была голубого цвета, но все же она была красива. И тут я понял, какого бы ни было цвета моя жена, я все равно буду ее любить. Это и правда. Через 8 часов она поменяла свой цвет. А потом она приоткрыла глаза и снова их закрыла. Родители приободрились, но им была уже пора уходить. Они сказали мне, оставляем тебе нашу дочь. Прощай, дочь, для тебя. Они ушли, а мы с бабушкой Розой остались. Дождаться того момента, когда Пегги Блю вновь откроет свои глаза. Но потом я пошел спать. Ну вот Бог. Сегодня выдался насыщенный день. Я познакомился с тестем и тещей, установил бабушку Розу и понял, какого ни было цвета моя жена, я все равно буду ее любить. До завтра. Целую. Оскар. Отдай Бог. И сегодня без каких-либо желаний. Рад же тебе отдохнуть. Период от 40 до 50 лет. И за это время натворил кучу глупостей. Перескажу по-быстрому, потому что это не заслуживает внимания. С Пегги Блю все хорошо. Операция прошла успешно. Но это Сандрина, подосланная Боккорту, которая теперь мне вообще терпеть не может. Рассказала ей, мол, я ее целовал в губы. Пегги сказала, что между нами все кончилось. Я протестовал. Говорил ей, что это были, ошибки юности. Что это было задолго до нее. Но она не слушала. Из-за этой семечки, которая вечно клеится ко всем. И люди бывают слишком навязчивы. Стоило мне разрешить зайти за порог и поцеловать меня, как она начала прыгать от радости, как собака, дождавшись своего хозяина. А ведь загвоздка в том, что это видел Эйнштейн. Да, я понимаю, у него это в голове куда. Ну все же, у меня слеп нового баба. Я взял его за руку и повел к ладу Пегги. Но та упрямилась. Она даже, чтобы позлить меня, подружилась с Андреем. После этого на меня начали вызывать развязным мальчиком. А потом даже нос супруг не сунул. Бабушка Роза, почему это все происходит со мной? Вот. Это все проделки твоего возраста. Люди от 40 до 45, они пытаются проверить, давятся они кому-либо. Кроме тех, кого они любят. Что мне делать? Кого ты любишь? Пегги! Никого, кроме Пегги. Значит, скажи ей, первобрат бывает хрупко, неустойчиво. Если ты хочешь его сохранить, тебе нужно меняться. Вот, папа. Завтра Рождество. Я не знал, что это твой день рождения. Ну все же. Андрей, пожалуйста, как-нибудь спей. До завтра. Целую. Оскар. Да, Бог, мы же стали друзьями, да? Скажи, что тебе подарить на день рождения? Дорогой Бог, сегодня я переживаю период от 50 до 60 лет. А утром я признался Пегги Блю, что я люблю ее. Что я любил ее лишь одну и не представляю себе жизнь без нее. Она расплакалась. Она призналась мне, что она никого не любила, кроме меня. Потому что теперь, когда она поменяла свой цвет, ровно в 10 часов я понял, что нынче и вправду Рождество, что никак не могу провести в успехе. А все потому, что и родня должна вот-вот приехать. Все братья, эти дядюшки, эти кузены вот-вот окажутся в ее палате. А мне придется провести еще один день с моими родителями. Интересно, что они еще мне подарят? Головоломку из 18 000 гитарей, книжки на курдском языке или битком набитую коробку с инструкциями. А может, мой фотопортрет в те времена, когда еще был здоров, кретины, у которых вместо головы мусорное ведро. Одно я знал точно. Мне предстоит провести дурацкий денек. Когда недавно приняв решение, я решил организовать побег. Маленький обмен. Мои игрушки Эйнштейна. Покрывало бекону, ну, а все конфеты попкорну. Маленькое наблюдение. Бабушка Роза, перед тем, как уйти, всегда заглядывает в больничную раздевалку. Маленькая догадка. Мои родители должны прибыть, ну, не раньше полудня. Все пошло отлично. Я свистнул. Эйнштейн, Бекон, Боккорта взяли меня за руки, понесли прямо к алмаге бабушки Розы. Наверное, ее машину стравили до автомобильного гаража. Попкорн, научившись открывать двери с помощью отмычки, открыл заднюю дверь. Они положили меня между передними и задними сиденьями, а потом никем не замеченной вернулись в больницу. А бабушка Роза через энное время уселась в машину. Мотор, ну, 10-15 раз прокряхтел перед тем, как завестись. И мы с адским ревом тронулись. Бабушка Роза, наверное, учила вождение с самого себя. Ей было плевать на эти дорожные знаки, светофоры и тротуары. Кстати, мой словарный запас сильно обогатился. Она просто сыпала проклятие в адрес всех тех, кто стоял у меня на пути. Я представлял себе, что когда мы приедем, я выпрыгну из машины и скажу: «Бабушка Роза, ку-ку!» А дорога была долгая, и я заснул. Проснулся я только тогда, когда было темно и тихо. В машине никого не было. Но подо мной лежал мокрый кубик. И тут я понял, что я облажался. Потом я вышел из машины, падал снег, как Вася с щелкунчика, хотя не такой красивый. Я добрался до освещенного дома, кое-как допрыгнул до звонка и шлепнулся прямо на грязную коврик. Именно там бабушка Роза обнаружила меня. Но она пыталась что-то сказать, но я не получалось. Потом она склонилась ко мне, сказала: «Дорогой мой». Она взяла меня на руки и занесла в зал, где стояла огромная наряженная елка. Я был удивлен. Бабушка Роза была так красива. Она отогрела меня у огня, но потом дала мне кружку горячего шоколада. Наверное, поначалу она хотела убедиться, что со мной все хорошо, но потом уже отругать меня. Хорошо, что она сделала это так, потому что в тот момент я пришел в себя. Это было сложно. Я почувствовал сильную усталость. Оскар, в больнице все тебя разыскивают. Там такой переполох. Твои родители даже сообщили в полицию. Это стоило этого ожидать. Они, наверное, думают, что там где-то на меня наручники, я смогу полюбить их. Ну, Оскар, ну чего ты их упрекаешь? Да не боятся меня. Они боятся со мной говорить. Ты что, нагонял ужас? Ну что такое страшно? Ты что, я стал идиотом и сам того не заметил? Вот. Они любят тебя. Ну что, говорите с ними? Ну да. Они сказали мне, что они завидуют нам, то, как мы с тобой ладим. Хотя они завидуют, им грустно. Им грустно от того, что они так не могут. Понимаешь, Оскар, ты умный мальчик, понимаешь, что умрешь. Но ведь умрут все. И твои родители. Я был в шоке от этих слов. Ну, Шкров, не говорите так. Это угоняет меня в тоску. Понимаешь, Оскар, все умрут. Я умру, и твои родители. Да, но ведь я умру прежде, чем вы. Но не так. Это же не дает тебе права забывать о других. Ладно, я понял. Позвоните им. Бабушка Роза позвонила в больницу. Нам уже те сказали моим родителям, что это будет. Они приехали, я сказал. Простите. Я забыл, что вы тоже можете умереть. Не знаю, приободрилось ли это. Но в остальной вечер они вели себя точно так же, как в те времена, когда я еще был здоров. Бабушка Роза рассказала нам, что каждый год перед мессой она смотрит бои. В этот раз она поставила кассету «Жаннадар против Мефиски». «Вот чертовы бабы!» — говорил мой отец. Она же покраснела. Наверное, ему понравилось. Я был в шоке от того, как они обмениваются ударами в челюсти. Я уже 100 раз думал. Ну, это тренировки, вот. Говорила бабушка Роза. Понимаешь, чем больше тебе дают удар в челюсть, тем меньше ты их чувствуешь. И она была права. Выиграла Жаннадар. Хотя поначалу я такого не сказал. Ну, думаю, тебе понравилось. Когда мы ложились спать, бабушка Роза рассказала мне, что самым лучшим подарком для тебя это будет примирение меня и моих родителей. И, честно, по-моему, это еще тот подарок. Ну, если бабушка Роза, твоя приятница так думает, назад. Целую. Аскар. Ах да, вот, забыл про свое желание. Хочу, чтобы мои родители вели себя точно так, как в этот вечер. Ну, я тоже. Прости, но я отрубился во время мессы. Дорогой Бог, сегодня мне 60 лет, я наконец вернулся в палату. Пацану всегда хочется путешествовать, но теперь я уверен, что больше оттуда не верю. Не помню, говорил ли я тебе, но бабушки Розы на лестнице, на этаже, стоит статуя Пегги Блю. За чем угодно могу поклясться, в точности она, ее лицо, глаза, даже этот голубой оттенок, да ее одежда. А бабушка Роза утверждает, что это дело Марии, твоя мама. Она разрешила мне взять с тобой секрет. Я поставил ее на тумбочку, в кровати. С Пегги Блю все хорошо. Она даже приезжала навестить меня на колесиках. Она не призналась мне в этой ситуации, но он прекрасно проведет время. Лежали, слушали щелкунчика, и это напоминало нам прошлое. Но ладно, буду заканчивать, потому что устал. До завтра. Целую. Оскар. Бог. Сегодня я перешла период от 70 до 80 лет. Много размышляю. Вначале расскажу про подарок бабушки Розы. подарила мне цветов из пустыни Сахара. И моножей отпущено всего-то неделю. Поначалу, стоит ему только кидать свою воду, он прорастает, отдает побег, потом выпускает свои листочки, цветет, а потом уже влезает, сохнет и хоп, вечером его уже нет. Гениально, да. Здорово ты придумал. А потом мы с Пегги Блю начали смотреть медицинские слова. Она ломала там голову от разных болезней, которые могут с ней приключиться. Ну а я искал только интересующие меня темы. Жизнь, смерть, вера и Бог. Хочешь верь, хочешь нет, никто не был. Ну хотя, с одной стороны, это хорошо, что жизнь, смерть, вера и ты сам, но это не болезнь. Но с другой стороны, почему в такой серьезной книге нет таких серьезных вопросов? Бог Шкирон, а почему в таком медицинском словаре нет таких серьезных вопросов, как жизнь, смерть, вера и Бог? Но для нас было открыть философский словарь. Хотя, если бы ты нашел ответ, ты бы разочаровался. Почему? Нам нет единого ответа. Как это? Взять, к примеру, жизнь. Она у нас в значении. Что получается? Жизнь, она не имеет одного значения. Да. Потом к нам зашел доктор Дюшельдор. У него был вид побитого пса. Я спросил у него: доктор Дюшельдор, а вы расчесываете свою кровью? Он сделал такой вид, будто ему послышал. Посмотрел на бабушку Розу и сказал: а, ну да. Доктор Дюссельдорф, перестаньте делать такой вид, будто вы виноваты. Вы же не виноваты в том, что сообщаете такие грустные вести. Эти болезни, даже неизлечимые болезни. Но вы же не Бог Отец. У вас нет таких сил. Вы просто рабочий. Спасибо тебе, Оскар. Ну ладно, обращайтесь. Вот так-то, Бог. Пожалуйста, приди ко мне. Да пусть возле меня будут сотни людей. Но все равно буду рад этой встрече. До завтра. Целую. Оскар. Я же не идиот, и понимаю, что она больше не вернется. Я не писала тебе, потому что было очень грустно. Мы с Пегги Блю провели так много времени, но теперь я остался один. Лысый, никому не нужен. Теперь я тебя разлюбил, Оскар. Дорогой Бог, прости. Ты, наверное, еще в шоке от моего вчерашнего письма. Спасибо, что зашел. Ты выбрал меня в тот момент, когда мне было нужно. Все спали. Птицы, животные, даже мадам Дюплю. Ты не спал. Ты работал. И тут я понял, встреча между нами этот год. Ты не думи, мужик. У меня создалось такое впечатление, что ты взял меня за руку и провел прямо в сердцевину тайну. Спасибо тебе. За завтра. Целую. Оскар. Дорогой Бог, сегодня мне 100 лет, прямо как бабушке Розе. Я много думаю и понял, что жизнь — это подарок. Сначала люди переоценят его, думают, оно прекрасно. Потом недооценивают, хотят просто распрощаться с ним. А потом понимают, что жизнь просто подарок, что нужно просто прожить. Спасибо тебе. Благодаря тебе я это понял. Да. Целую. Оскар. Дорогой Бог, мне 110 лет. Это много. Кажется, я начинаю умирать. Просто. На самом деле это не мы, это он заботился о нас. Последние 3 дня Оскар держал на тумбочке у кровати письма. Среди них была записка. Я думаю, это...